Всем привет, пацаны. Ну вот и закончился 2012 год. Для меня он был, как сказать, очень насыщенным, производительным. Вот. Значит, в этом году я устроился на работу после двухлетнего перерыва. В этом году, значит, у меня родился внук. Ну, ничего плохого, так сказать, про этот год у меня сказать не могу. Значит, за год, что вот я работал с весны, с апреля месяца, я, значит, все, что мои мечты были, я их все воплотил. Значит, поменял компьютер. Свой старый, значит, отдал дочери, вот, себе взял новый, более производительный. Приобрел камеру, приобрел регистраторы, приобрел, значит, кухонной посуды много. Не посуды этой, а всяких электронной техники много приобрел. В общем, все, что я хотел, все, что у меня как бы поизносилось за эти два года, я все это восстановил и приумножил. Поэтому жаловаться на этот год я не могу. Ну и вроде как какой бы кризис кончился. Поэтому жили все хорошо. Новый год, 2013, ожидает. Не знаю, что он ожидает. Конца света не было. Который они там придумали. Бизнесмены эти. Ну, будем надеяться, что 2013 год будет лучше, чем 2012. Что будет больше работы, что дядя Федя, значит, будет. Так, ну что, ну не будет дяди Феди, значит, будет какая-нибудь Вольво или еще что-нибудь. С дома сидеть-то все равно не буду. Вот. Ну, сайт как бы держится на таком уверенном ходу. Надеюсь, что он и этот 13-й год будет нормальным. Так что все нормально. Значит, всем пользователям моего сайта, всем подписчикам моего канала на YouTube, парни, с Новым годом 2013. Желаю, чтобы у вас, у всех, все было в семье хорошо, все было в жизни хорошо, чтобы не было никаких неприятностей. Вот. Берегите свое здоровье. Кто, значит, желает стать водителями, значит, учитесь. Смотрите ролики «Дальнобойную жизнь». Не мои, а вообще смотрите, как это все дело происходит. Вот. И решайте для себя, надо вам это или нет. Потому что это сейчас уже как бы стало не совсем такая престижная работа. Платят за нее копейки. Если платят, допустим, 40 тысяч дальнобойщику, который будет 3 рейса в Питер ходить. Ну, вы сами посчитайте. В Питер с Екатеринбурга 3 за неделю все равно. Ну, неделю, может быть, больше. Там погрузки, там разная фигня. Вот. А 3 рейса за месяц нужно пахать, то есть дома не жить. За 40 тысяч. Первые у вас будут, конечно, романтика. Все это. Но потом, когда романтика кончится, вы начнете себя чувствовать не очень хорошо. В общем, не будем о грустном, парни. Всем привет. Всем, значит, всех с Новым годом, всех благ, здоровья вашим семьям. С новым 2013 годом. Я вот, к сожалению, или к счастью, вот только вот это могу пить. Вкусно. С Новым годом, парни. Удачки.